Встреча лидеров двух стран, безусловно, не осталась незамеченной среди голливудских звезд. Так, Арнольд Шварценеггер, актер и экс-губернатор Калифорнии, сравнил Дональда Трампа с раскисшей макарониной. Именно так, по словам терминатора, президент США выглядел на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Актер разместил у себя в Твиттере видеообращение к главе Белого дома, сравнил его с маленьким фанатом президента России, еще поинтересовался, почему Трамп не взял у Путина автограф и не сделал селфи. Более того, звезда боевиков уверен, что Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. А в конце своего обращения Шварценеггер тяжело вздохнул.